Мясников, уральские пельмени. Вы что себе позволяете, сержант? Что вы позволяете себе просто? Сержант Берников, Краснопышминская ГИБДД. Пожалуйста, ваши документы. Ты что, не видишь, что стоит перед тобой вообще? Вижу. Передо мной водитель автотранспортного средства с нечитаемыми регистрационными знаками. Пожалуйста, ваши права. Ума посходил, что ли, здесь? Сюда смотри, что ты видишь здесь на погонах? Звездочка и листик. Ну и что это, по-твоему, значит, сержант? Уважаемый лесник, пожалуйста, ваши права. Я генерал! Пожалуйста, ваши права. Ты что такой борзый, инспектор, а? Я не инспектор, я пока стажер. Вот что происходит здесь, стажер, а? У нас в Краснопышминске план «Тайфун». Генерала из Москвы встречаем. Поэтому останавливаем всех подряд. Я генерал из Москвы! Пожалуйста, ваши права. Я генерал, нет у меня прав, нет у меня никаких прав, понимаешь? Нет у меня прав! Нет прав, я почему-то сразу так и подумал. Устроили тут балаган. Это, между прочим, вам не в леспромхозах звездочками мериться. Это вам не пьяными по деревне на тракторах гонять. Это федеральная трасса. Тут скоро генерал будет ехать. Давайте оформим протокольчик. Сейчас я тебе сотру порошок. Так, телефон это, как вы? Зовут твоего непосредственно начальника, кто? Мой непосредственно начальник, командир батальона, майор Козлов Виктор Сергеевич. Не надо имя, отчество, всех Козловых расстрелять к чертовой матери. Алло, дежурный! Майора Козлова мне из этого Пышминска, да, срочно, быстро! Я на проводе, все, да, давай! Место работы ваше. МВД! Ну что МВД? ОАО, ЗАО. ИП. Не знаю, там после реформы еще не поняли там, не знаю еще. Черт, ты знаешь, что это? Три буквы больших, МВД, все, я больше понял, сам я не понял. Знаю. Я понял, мне не надо орать. Адрес, помните место работы? Не знаю, меня возят там. Ну? Меня возят сколько? 7, 10, 12. Улицу вы сказали. А меня возят, это вы улицу написали, да? Да. А, ну. Нет, ну я начинаю понимать, почему такая ситуация сложилась. Ну, меня водят 56. Корпус Г. Черт, ты знаешь, что такое. А, алло, алло, а, соединяй, соединяй, ага. Это генерал Макаров с вами разговаривает, ага. Капитан Козлов? Не-не, я не ошибся, ага, капитан. Куда вы делись, капитан? В обморок упали? Вставайте, вставайте, лейтенант, вставайте, да. Чувствуете динамику, да? Негативную. Я тут на трассе, да. И со мной рядом ваш подчиненный непосредственный. И у нас с ним возник конфликт, да ты, да. Именно да ты. Конфликт, да ты. Да я сейчас дам вам трубочку, вы порешайте с ним вопрос. Ну, будете прапорщиком. Ага, давайте, я передаю. Должность ваша какая? Сейчас тебе про должность всю мою объяснят. Алло. Да. Здравия желаю. Так точно? Так точно? Есть. Ну что, все? Объяснили тебе все? Да, объяснили. Сказали, что генерал уже рядом. Так что, мужик, давай скорее оформляться. Мне эти проблемы не нужны. Мой тебе совет, как оформимся, езжай свой леспромхоз и сиди не высовывайся, пока генерал не уедет. Иначе тебя с твоей протокольной физиономией загребут. Я не знаю, что делать сейчас.
У меня в психушке знакомых нет, я не знаю. Ну, Семенович, что происходит? Баня стынет, ну? Товарищ генерал, что случилось? Тебя что, приняли, что ли? Может, помочь чем-нибудь? Чем генеральный прокурор области сможет помочь простому леснику? Че? Тем более, когда он явно в костюме летчика! Да! Что происходит, Семенович? Что случилось? Мужики, ну вы что тут, а? Там коньяк выдыхается. Что тут стали-то? Я не знаю. Я летчик. Так. Что, тяпнули уже, что ли, без меня? Господин губернатор, давайте это ваши кадры, вы их на работу принимаете, воспитывайте, вот, решайте проблему сейчас сами. Сейчас решим все. Да. Сержант, что случилось? Товарищ пассажир, присядьте в автомобиль. Сержант, я губернатор. Что мне рассказывать? Я губернатор нашего знаю. Он за трезвый образ жизни. А, от вас прет какой-то сивухой. Кстати, мой вам совет. Будете эту бодягу пить, ослепните. Присядьте в автомобиль, иначе я наряд вызову сейчас. Я тебе сейчас вызову наряд. Давай, что, я тебе сейчас покажу, где мужики. Все. В конце концов-то это смешно, в конце концов. Потом будем сидеть, понимаешь, смеяться. Сплюнь. Так, решим проблему старым дедовским способом. Товарищ сержант, дерзил, был неправ. Это вам. Это что такое, а? Это что такое? Слышь, инспектор, я понимаю, ты стажер, многого не знаешь, но основные принципы работы ГАИ тебе должны были объяснить. Так что... Товарищ генерал! Ты с ума сошел, что ли? Ты что, ему 1000 дал? Товарищ сержант, уж... Коли так случилось, что я здесь... Я свою долю заберу сразу тогда. Господин прокурор, сколько вы берете? Как и все, 20%. 20? Да вы обалдели в конце, вы что, сами... Ну как же, вы же знаете, нас еще и авиацию повесили. Расходы увеличили. Товарищ сержант... Губернатор? Губернатор и откаты – две несовместимые вещи. Все, дороги, все, коньяк стынет. Че, мы хуже летчиков, что ли? 22%. Че начал? Сержант, это вам стынет. Все, мужики, давай. Что, в конце концов, задержи, как я убиваюсь. Давайте уже, что вы такое? Товарищи, ты-то что ж такое происходит-то, а? Что творится у нас в стране? Этому 50, этому 20, этому 20. Почему берут все, а козлы только мы?